Обычно рабочий день Олеси Скрипник полностью расписан. Многочисленные командировки, встречи, расследования дел, а их у бывшего киевского прокурора одновременно могло быть до 20. Едва ли не самое громкое из них – дело о катастрофе малайзийского Боинга MH17 в 2014 году в небе над Донбассом. MH17 было дело моей жизни, потому что таких прецедентов в моей карьере и жизни не было. И в принципе в Украине таких дел не было. До того часу не было. Над делом MH17 35-летняя Олеся Скрипник работала почти 4 года. Хорошее знание английского помогло ей войти в международную следственную группу и работать вместе с правоохранительными органами Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. Скрипник не сомневается в профессионализме зарубежных коллег, но при этом уверена, что именно работа украинских оперативников сыграла решающую роль, например, в поиске свидетелей. Было несколько командировок совместных с полицией Нидерландов и полицией Австралии. Я не могу говорить о следственных действиях, потому что это тайна расследования, но несколько таких командировок у нас было общих. Это был город Мариуполь. Тот, что объединенная следственная группа летом прошлого года назвала имена первых 4 подозреваемых по этому делу, отчасти и личная заслуга украинского юриста Скрипник. В причастности к трагедии подозреваются 3 россиянина и 1 украинец. Лидер боевиков на востоке Украины Игорь Гиркин, позывной «Стрелков». Российский генерал Сергей Дубинский, «Хмурый». Полковник Российской Федерации Олег Пулатов, позывной «Гюрза». И украинец, воевал за ДНР, Леонид Харченко, позывной «Крот». Я считаю, что это значительный результат для нас, как для Украины. Мы планировали и дальше заниматься этим делом. На подозрении у нас были и другие лица. Впрочем, уже более 2 месяцев Олеся Скрипник безработная. С осени в Украине началось реформирование органов прокуратуры. Каждый сотрудник должен пройти переаттестацию, которая состоит из нескольких этапов – анонимное тестирование, на знание законодательства и собеседование. В ходе переаттестации все сотрудники прокуратуры, которые занимались делом MH17, необходимого количества баллов не набрали, а потому были уволены. Отстранение украинских прокуроров от ведения дела раскритиковали нидерландские СМИ. Тем не менее, в главном офисе Объединенной следственной группы в Нидерландах на запрос Deutsche Welle ответили, что кадровым перестановкам в следственных органах Украины не озабочены. На самом деле, лишь благодаря просьбам Нидерландов удалось оставить в украинской группе одного из уволенных прокуроров Олега Пересада. Он будет консультировать новых специалистов. Deutsche Welle пыталась пообщаться с новой командой украинских прокуроров, однако разрешения на съемку нидерландская сторона не предоставила. Для того, чтобы продолжить следствие, украинским специалистам нужно изучить все материалы, собранные за 5 лет. А это десятки тысяч файлов телефонных разговоров, фотографий и сделанных следователями выводов. И все это необходимо изучить до начала судебного разбирательства, которое начнется 9 марта в окружном суде Гааги. Мы все уже уволены, ни одного прокурора не осталось. В группу включили других коллег. Я не сомневаюсь в их профессионализме, потому что там действительно опытные люди. Единственное, что меня беспокоит, что за 5 лет была собрана большая доказательная база, и для того, чтобы все изучить, нужен, наверное, не один год. Правда, и сам процесс в Гааге, вероятно, продлится не менее года. Стоит отметить, что никуда не исчезли и упреки в адрес Украины, которая в июле 2014 года не закрыла воздушное пространство над Донбассом для гражданской авиации. За 3 дня до рейса MH17 на высоте 650 метров ракетой был сбит украинский грузовой самолет Ан-26. В отличие от резонансного дела MH17, сбор доказательств по этому делу еще продолжается. За почти 6 лет до суда дело так и не дошло. А лица, причастные к совершению этого преступления, пока не установлены. А что тут там делают? Справа. Где?